Абсолютно правильное решение. Посмотрите, пожалуйста, на название, на номер лота. Настоятельно рекомендую вам записать и то. И когда вы позвоните в наш колл-центр, обязательно закажите цепь Нона, артикул 355-990. Эти цифры озвучивайте. У нас очень широкий выбор цепей на сайте, в нашем ассортименте. Поэтому, чтобы вам досталось именно эта Нона, по максимальной с максимальной скидкой по минимальной цене, звоните и называйте артикул. Скидка, вы видели это? Скидка ваша больше, чем цена цепочки. Ну а самое приятное по золотой традиции шоп-н-шоу, у нас есть варианты длины. Ну, по крайней мере, изначально эта цепь представлена в размерах от 40 до 65 сантиметров, но, честно говоря, я не знаю, что еще осталось. Возможно, есть варианты, которые раскуплены, потому что традиционно самые популярные длины это короткие и длинные, то есть 40 и 60-65, и они заканчиваются раньше всего. Но, надеюсь, вы успели. Эта цепь абсолютно универсальна. Могу вам сказать, что цепь Нона, несмотря на то, что задумывалась как женская альтернатива плетению ромба, очень популярна и среди мужчин. Поэтому, уважаемые дорогие мужчины, если вам она тоже понравилась, носите, пожалуйста, заказывайте, но только закажите себе более длинную версию. Имеются варианты от 40 до 65. Вроде пока не поступало никаких сведений из колл-центра, что какой-то вариант длины закончился. Что лично меня впечатляет в этой цепи, так это, конечно же, алмазный блеск. Восхитительно. Издали все будут уверены, что у вас на шее колье с бриллиантами. Так оно и есть. Что такое алмазная обработка граней и почему она так называется? Ну, причины две. Во-первых, обработка происходит действительно технологическим алмазом, который позволяет граням блестеть. Они отполированы просто до идеала. Ну, а во-вторых, хотя для кого-то и во-первых, блеск в результате у изделия как раз-таки алмазный. Вот поэтому и называется алмазная гранка. Посмотрите еще раз на этот восторг чистой воды. Ну а самое главное, ощущение, как будто это чистое золото. Вы давно мечтали о золотой цепи. Вот она перед вами. Да еще и по такой доступной цене вы можете себе сегодня позволить эту цепь. Да что я говорю, не одну, две, три. Сколько вы хотите цепочек? 10? На все случаи жизни, на все праздники, всем родственникам позволяйте себе это. Потому что такая золотая цепь будет стоить, как здесь, 10. У нас сегодня максимально доступные цены. Мы предлагаем вам уникальную стоимость этого базового украшения. Базовое и универсальное, потому что будет сочетаться с огромным количеством украшений из вашей шкатулки, потому что носить можно и утром, и днем, и вечером, и в пир, и в мир, и в добрые люди, и на работу, и на вечерние мероприятия, и даже на торжественное событие. Все это про одну цепочку. А самое главное, всего лишь цепь, одна цепь позволит вам создать огромное количество образов. Разнообразьте свой ювелирный гардероб. Что касается выбора длины, вы наверняка задаете себе этот вопрос, а как выбрать? Так вот, если вы встали перед этой альтернативой, перед этим выбором, даю вам простой ответ. Сейчас прикиньте те цепочки, которые у вас имеются, приложите их и выберите ту длину, которой у вас нет, для того, чтобы у вас было максимальное количество вариантов, чтобы вы всегда могли под любое декольте, любой вырез, любой воротничок надеть цепочку с подвеской. И, кстати, с любой подвеской, и тяжелой, и более миниатюрной. Более того, я недаром говорю, что цепь, но она абсолютно универсальна, она будет смотреться и с крестом, и с вашим ангелом-хранителем, и с нательной иконой, с любой подвеской религиозного характера, и, конечно же, светского. Сюда можно пристроить, одеть все, что угодно. Кстати, хочу ваше внимание обратить на замочек. Это очень важная информация. Вы видите, что это карабин. Самое главное, посмотрите, как идеально он вписан в общее плетение. Насколько он элегантен, миниатюрен и не выбивается из ширины цепи. Ну а еще мы здесь, на этом колечке, видим пробу, клеймо завода-изготовителя. И это принципиально важно. Это действительно необходимая информация, особенно если вы собираетесь цепь дарить, чтобы тот или та, кому вы подарите, понимал, что вы преподнесли ювелирное изделие. Такое украшение не то, что не стыдно подарить. Вы сами будете получать удовольствие от того, что презентуете эту цепь.